Село Лобино готовится к хоккейному турниру Кубок ОТС. Думали, что чистить площадку будем скребками, но тут нашелся один родитель, сказал, что дети будут тут скребками полдня ковыряться. Загнал трактор, сейчас все вычистит. Потом ребята начнут проливать финальные слои. В общем, в следующей неделе лед будет готов, как раз когда приедут команды. Большая дружная команда. Селяне в очередной раз доказывают, какие они крутые. Просто собрались и понеслась. С Краснозерки приехали ребята с Дюсуша помогать. Местные школьники, местные жители. Вот такая вот дружная команда есть в Краснозерском районе.